Хай, дорогие друзья! Всем здорово, с вами Такс Альфа, и мы сегодня играем в Scrap Mechanic. Здорово, Альфа! Всем привет, друзья, да, привет, Леха. И вот оно, случилось чудо. Наконец-то рампа в Scrap Mechanic. Да вы гляньте на эту карту, и мы сейчас будем ее с вами проходить. И у меня прям вот руки уже не терпят сесть за этот мотоцикл и погнать в гоночки проиграть. Посмотри, что за плакат просто? Плакат, то, что нужно собирать урожай на ферме. Но сегодня фермы у нас нет, у нас есть только лишь одна единственная карта в виде горных, так скажем, рамп. И что, в принципе, давай отправимся с тобой на старт. Расскажи мне вообще правила Scrap Mechanic, потому что я впервые в этой игре и вообще правила Scrap Mechanic. Первое правило Scrap Mechanic. Здесь их нету. Второе правило Scrap Mechanic. Никому о них не говорить. Ну а мы с тобой сейчас встанем на старт, смотри. Дядя, вот на старт, вот эта белая линия. Вот эта белая линия. Ну-ка, тормозись. Ну, давай, не будем с тобой шалить. Ладно, давай на счет три. Раз, два, три. Погнали! Кто приедет первый, тот и выиграл. Ты нифига рванул. Куда? Стой, братан. Аккуратно, да аккуратно, 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 аккуратно. Да, пошел ты, дядя. Я не хочу свалиться с этой трассы, а с этой трассы реально свалиться, пацаны. Я взлетел как ракета вверх, блин. Как ракета, как тебе такое, Илон Маск, а? Спокойно, давай, 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 давай. Я как черепаха какая-то переворачиваюсь, давай, погнали. Леха, давай. А, да тормози, 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 аккуратно, 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 аккуратно. Ох, меня разворачивает как-то странно. Нормас, нормас. Вот ты что делаешь, дядя, назад. Я-то умею в эту игру играть. Ну не то чтобы умею, я давно в нее не играл, но мне сейчас это реально в кайф просто. Смотрите, какие крутые рампы. Ребят, просто он обгоняет меня и проходит всю эту рампу, потому что у него... Давай, 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 давай. Отлично, сейчас... Нифига, там аккуратно, там овраг, там щель. Щель? Серьезно? Ага, огромная щель, в нее можно реально свалиться и застрять. А если... Да давай! Я тоже на ней потупил немножечко. Ты вот потупи там тоже. Так, что там обрыв какой-то, я смотрю. Но надо аккуратнее здесь пройти все. Ой-ой-ой, опасно, 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 опасно. Можно упасть. Дядя, может, типа, подождете меня? Нет, мы в гонке играем, напомню тебе. Мы не скилл-тест проходим здесь. Мы в гонке играем. Давай. Вау, вау. Ты там что, не свалился? Подожди, мне интересно посмотреть. Тачка вообще не улетела, это вообще нереально. Ты там прям опаздываешь, братан. Ну я тут прохожу тоже, на самом деле, сложный элемент, нужно по горам пройти. Давай, давай. А, в смысле, ты уже там? Охренеть. Да. А чё? Ну как так быстро-то? Привет. Привет, здравствуйте. Так, ну-ка, газу, да, отказу. Дядя, вы, может, подождете, типа, меня? Мы там, типа, договаривались, я вам... Не-не-не, мы ничего не договаривались, я тебе не гаишник, чтобы договариваться. Я вам 200 рублей на Киви скину, братан, подожди. Нет, я чуть не упал, господи, здесь такой... Фейл бы был сейчас. Так, аккуратно. Опасная трасса, очень опасная. Реально опасная трасса. Нифига, ребят, чтобы вы понимали, я впервые, повторюсь, опять же, тут я не знаю ничего, ни управления, просто нажимаю какие-то кнопки. Нифига, ты достаточно рядом, надо газу сжать, прям. Слушай, он мне на жопу наступает, не надо так делать, Альфа. Я тебе ни на что не наступаю, братан. Ну, на жопу ты можешь наступить, но я не хочу тебе слить гонку, поэтому я погнал прямо все. По парам жму, давай. Дядя, может, вы типа меня подождете, а? Не буду тебя ждать, не надо, ты меня боишься. Я понимаю, не заговаривай мне зубы. Вы любите. Кстати, там наполовину скилл-тест, если не ошибаюсь. Ну, ты наполовину скилл-тест, наполовину гонка. Но это гонка, в конце концов. Давай. Гонка смешанная со скилл-тестом. Опасный поворот. Так, здесь у нас что? В любом случае, я буду нажимать газ, потому что я боюсь, я не вижу, что там дальше. Перепрыгиваем. Охренеть. Нормально? Что говоришь? Типа, у меня персонаж вылетает из машины, это нормально? Ну да, дергает его прям, да так? Да, да, это нормально, он как резиновый у тебя, да, это нормально в игре. Как резиновый. Да, да, есть такое. Там нифига какая рампа спереди. Ну-ка, давай попробуем его пройти с тобой. Далеко. Ты, кстати, вырвался жестко, обогнал меня, вырвался. Ой-ой-ой, опасно, опасно, надо газу поднажать здесь. Турбины включить, все на отказ прям. Я не поднажал, я упал. Ты упал? Серьезно? Да, я не поднажал газу. Ну давай, попробуй там, я не знаю, сможешь ли ты там встать, но там такая щель. Мне, блин, обидно за тебя, братан, что ты свалился вообще. Я тебя не предупредил. Я тебя предупреждал, брат, что там овраг, что там щель, что мы перепрыгиваем. Так, у нас здесь, пацаны, какая-то с вами опасность сейчас, фигня. А, братан, у меня, кстати, идея есть. Это спираль? Мне повезло, короче, я не свалился с этой дороги, да? А, ты можешь заново пойти, да? Да, на прохождение. Я могу заново, да. И заново я сейчас могу свалиться! Охренеть, какая здесь просто офигенная, просто топчик! Так, да ну мне реально. Скрэп механики наконец-то такое сделали, я ждал этого долго. И теперь так, не могу перевернуться. Всё, еду по платформе. Почему не могу перевернуться? Переворачивайся! Дядя, мне такое чувство, что я тебя... Ну, я вообще тебя не догоню. Да вот я не знаю, слушай, я здесь переворачиваюсь долго. Так, тут надо разгончик, ты сказал. Тихо. Так, разгончик, я правильно. Уже одну ошибку сделал такую, вторую не повторю. Ты, надеюсь, помнишь траекторию, куда ехать? Я что-то не вижу тебя, чтобы ты ехал где-то?
Ну, я медленно, знаешь, но верно. Главное, чтобы ты не доехал. Мы можем с тобой на второй круг пойти, кстати говоря. Так, я прошел эту, значит, платформу, еду дальше. А, я проехал тебя, да? Нет, ты меня не проехал. Там еще дальше спираль такая будет огромная, завитушка вверх, в небо. В небо ты не проезжал спираль, ты что гонишь? А проехал я. Не было такого. Да проехал я, дядя, о чем ты? Смотри, я финиширую, ты что? Подожди, бро. Нет, я предлагаю на второй круг пойти. Может, ты догонишь меня? Дядя, ты жестко. Погнали на второй круг, реально, серьезно? Давай на второй круг. Да подожди, дай хотя бы до первого я доеду. Проходи как хочешь, я не знаю, я на первый, я хочу выиграть. Первый Боже круг мой. За мной. Главное, второй не зафейлить, пацаны, не упасть и пройти его очень хорошо. Давай, гони вверх. Давай. Ой, как она просто... Давай. Тихо. Это неповоротливый какой-то мотоцикл, это жестко. Реально неповоротливый. Ну такой сложно управлять. Но, кстати, я хотел сделать битву построек. Что вы думаете по поводу того, чтобы на такой подобной карте сделать битву построек? Кстати, в игре-то вышло кастомное редактирование карт. То есть можно самому создать абсолютно все, что ты хочешь. И такую трассу в том числе. Проблема этой трассы в том, что только такой мотоцикл с ней справляется. Вы бы видели, где я вообще стою. Это нереальная дичь. Ты там где-то застрял, что ли? Ты просто не представляешь, брат. Я всю карту видел, я вроде представляю. Я поднялся по этой спирали, значит, да? Застрял на этой спирали. Ага. Поднял, резко спрыгнул с тачки, поднял, еще успел зацепить тачку. Домкратом, что ли? Да, еще успел сам прыгнуть, нажать на эту спираль, на эту спираль. Тихо, сейчас заговариваешь мне зубы. Я знаю, что ты хочешь, Подожди, а где ты? Не, братан, я ничего не хочу. Воу, я только до финиша доезжаю. А, вон, я вижу тебя, да, реально. А ты где? А я чуть выше, немножко как бы, на такой... На завитушку тебя обхожу. Дядя, ну подождите. Не буду ждать, я аккуратно прохожу. Мне тачку что-то влево тянет, жестко прям. Давай, погнали. Вау, стой, пожалуйста, стой. Погнали. Главное мне не свалиться, как ты свалился. Да, свались. Блин, и вы бы знали, как сложно управлять. Я серьезно говорю, это очень хардкорно. Это вам не просто хухры-мухры гоночки, типа, а, как быстренько, нет. Это вообще хардкор. Это дичь какая-то. Держись. Упади. Держусь. Упади. Вау, просто жесть. А ты где примерно, можешь сказать? Не могу сказать. Не могу. Я откуда знаю, братан. Ты камни проехал, да, уже? Ну, на камушке, да, проезжаю только сейчас. А, бро, ну, типа... Ты не сильно отстаешь, я тебе скажу так. Так, отлично, меня уже это радует. Конечно, ты мне там на жопу опять наступаешь. Камушек такой большой ты проходишь, типа как... Ну да, там единственный камень в середине, вот... нормальный такой камень, хороший, жирный камень. А, ты деревья объехал? Тут много деревьев, ты меня зачем такие вопросы спрашиваешь? Нет, ты деревья на дороге, после этого камня такого. Да, объехал, да. И ты уже далеко от меня, я да? Я уже под картой доеду. Так... Давай, гоню. Я сократить же могу, в принципе, да? Ну, да, это твоей совести будет. Мне кажется, тебя тухлыми помидорами закидать, если ты так сделаешь. Слушай, а зачем? Я честно, я проезжаю просто аккуратно. В гонках есть такое вообще-то? Форсаж. Да, я не спорю, да. Мы, кстати, не обговаривали эти правила, поэтому я думаю, что ему можно сделать так. Но сможет ли он это сделать, я не думаю. Не, я думаю, лучше поеду правильно, ровно. Да, ну что ты упадешь и свалишься, вся твоя гонка будет коту под хвост. Я вообще чуть не упал, братан, ты знаешь, как... Так, я прохожу то место, на котором ты, скорее всего, свалился. Да, не дожал газу и под камни ушел. Все, я понял. Тихо. Уйди. Фу, отлично. Так, все, нажимаем турбинку. Погнали. Воу, давай. Давай, nice. Давай, еще немножко, финишная прямая скоро будет, и мы финишируем первыми. Мы должны победить Альфу, делайте свои ставки. Разгон. 1xbet. 1xbet, 1xalpha. 1xalpha. Гоню. О, блин, да. Дядя, ну подождите меня, вы куда уехали? Ты без меня? Зачем мне тебя ждать эту гонку, придурок ты? А сам ты такой, понял? Короче, сейчас, может быть, надежда еще у тебя не умрет, потому что я сейчас прохожу эту очень опасную спираль, и если я на ней зафейлю... Как у меня надежда может умереть-то, братан? Я редбулом напился. Давай. Тихо. Я вижу тебя, иди сюда. Сейчас главное перевернуться быстро это все сделать. Нет, ну как это, подожди, как это происходит, что? Что? Ну, упал? Я аж поперхнулся чем-то. Нет, не упал, я просто задницей еду. Давай, развернись. Ох, уже. У меня вообще какая-то дичь происходит. О, давай! Моего финишная прямая, главное сейчас просто. не зафейлить и пройти все вовремя. Зафейли. Нет, не зафейлю. Я верю, зафейли. Нет. Да. Гони. Давай. Отлично. Так, тормоза. Ох, давай. Только не тут, только не сейчас, пожалуйста, не лагай, братишка. Я что-то даже не вижу тебя.
Ну и фиг с тобой. Я еще до этой платформы братан, не доехал, ты можешь братан. Уже записываться в аутсайдеры, потому что я финиширую. Вот он мой финиш. Тебе я повезло. Здесь. Так, мне не повезло, я жду тебя, где ты там? Подожди, давай, короче, там столик давайте, раскрой. Давайте попробуй поймать, короче. Когда ты финишировать поймать. Будешь. Ну поймать, давай, 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 давай. Если не поймаешь, ты, короче, капуста вонючая. Ну, такое обжательство, я просто поражу. Куда полетел-то, Не поймал, я сам приехал, понял? Ты куда? А ты? Ты куда? А, я с мотоцикла вылез! Я-то думал, я тебя с мотоциклом украл! Ну, в общем, пацаны, наш видосик подходит к концу. Если вам понравилось, как мы сегодня погоняли в новом, просто вот таком вот обновлении, можно так сказать, скрэп-механика давно не заходила. Здесь редактор карт, такие карты клевые. Короче, ждите, скоро будет очень много, опять же, таких клевых, интересных и креативных видео, как было раньше по скрэп-механику, да. Тут такие пещеры просто. В общем-то, не забывайте про лайки, не забывайте подписываться и также оставлять свои комментарии по поводу того, на чем сделать битву построек. Точнее, что нам строить в этой битве построек. Самолеты, там, монорельсы, я не знаю, хоть что. Боже, ты какие у вас здесь. Есть идеи, все обязательно высказывайте. Ну а мы с вами прощаемся, с вами был Такс Альфа. До скорых встреч, пацаны и девчонки, пока. Всем до скорого, друзья.